Привет, друзья! На Черноморском флоте России прошли тренировки по борьбе с подводными диверсантами и дронами. Данные тренировки направлены в первую очередь на ликвидацию угроз от морских дронов и борьбу с подводными диверсионными силами. В учениях использовался российский прибрежный патрульный катер проекта 03160 «Раптор». Катер поступил на вооружение в 2013 году. Вооружение катера – боевой модуль «Управа Корт» калибром 14,5 мм и два пулемета 7,62 мм «Печенек». На борту есть ПЗРК «Игла» или «Верба». Катер имеет бронирование от пуль калибром 7,62 мм. Водоизмещение катера до 23 тонн. Он развивает скорость до 88 км в час на дальности до 555 км. Экипаж катера 3 человека и 20 человек десанта. Тренировки необходимы для поддержания готовности водолаза. Тренировки проводятся каждый день, абсолютно каждый день, в зависимости от специализации и направления. Подготовки с погрузкой, осмотры района, на буксировщиках, на индивидуальных средствах движения, осмотры гидротехнических частей и тому подобное. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.